Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приветствуем вас на концерте, посвященном юбилею выдающегося музыканта, профессора Московской государственной консерватории Натальи Гутман. Сегодня Наталья Григорьевна принимает поздравления от своих друзей, коллег, учеников и поклонников ее выдающегося таланта. Одним из первых поздравительную телеграмму направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сегодняшний концерт – это музыкальный подарок Натальи Григорьевне от ее многолетних друзей и партнеров по сцене. Приветствуем концертный симфонический оркестр Московской консерватории, художественный руководитель Анатолий Левин. Открывает программу вечера, конечно, концерт номер один для виолончели с оркестром ми бемоль мажор Дмитрия Шостаковича. В четырех частях. Солист Александр Рудин. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Пока на сцене происходит священнодействие, подготовка к следующему концерту, вспомним, что достижения Натальи Гутман отмечены высокими государственными наградами, среди которых Орден за заслуги перед Отечеством и Орден Почета. Сегодня поступило много телеграмм и поздравлений, прежде всего от ректора Московской консерватории Александра Сергеевича Соколова, от генерального директора Московской филармонии Алексея Алексеевича Шалашова и художественного руководителя филармонии Александра Владимировича Чайковского, а также от директора Санкт-Петербургской филармонии Ильи Сергеевича Черкасова и личное поздравление от Юрия Хатуевича Тимирканова. Цитата. «Дорогая моя Наташа, сердечно поздравляю тебя с юбилеем, нежно тебя люблю, желаю здоровья и всего самого наилучшего. Юрий Тимирканов». Все поздравления наполнены искренним восхищением, талантом Натальи Гутман и, конечно, пожеланиями здоровья. Наталья Гутман, ее человеческое обаяние, творческая сила и профессиональное мастерство значительно повлияли на развитие исполнительского искусства в 20 и 21 веке. Творчество виолончелистки включает все от музыки эпохи Возрождения до сочинений современных композиторов. Наталье Гутман посвятили свои произведения в разные годы Альфред Шнитке, София Губайдулина, Эдисон Денисов и другие мастера. А еще Наталья Григорьевна своей обширной деятельностью объединила множество людей. В первую очередь в любви к музыке, к виолончели, к творчеству. И, конечно, сегодня на сцене Большого зала продолжают выступать друзья и многолетние партнеры Натальи Гутман по сцене. Программу первого отделения продолжит музыка Игоря Стравинского. Это концерт для фортепиано и духовых инструментов в трех частях. Солист Алексей Любимов.
Thank you.
Дамы и господа, антракт 15 минут.
Продолжаем вечер к юбилею Натальи Гутман. На сцене концертный симфонический оркестр Московской консерватории, художественный руководитель Анатолий Левин. Открывает второе отделение Франц Шуберт. Антракт из музыки к пьесе «Розамунда, принцесса Кипра». Дирижер Анатолий Левин.
Людвиг ван Бетховен. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром до минор в 3 частях. Солистка Элисо Версаладзе.
Thank you.
Thank you.